Я была в приятном шоке, честно, Леночка. Вот так вот, прямой эфир. Казалось бы, 3 минуты. Да. Давайте ставим водичку, тогда не будем болтать лишнее. Время тратит. Включен, насколько он доверяет, насколько он хочет исцелиться. Давайте, Леночка, дышим. Вдох-выдох. Так, единственное, что хочу сказать, давайте я все-таки, в отличие от ваших пожеланий, вот то, что вижу, сегодня меня интересует система кровообращения, качество крови и работа вот именно с кроветворными органами. Это печень, селезеночка. Это вот сегодня выдается на передний план, и это мы сейчас и сделаем. Водичку поставили. Да, у меня и рука даже над водой, правая. Так, стой, да, вы просто расслабьтесь, отдайтесь полностью работе. Сейчас внимание на печень. А заметили, что спокойнее стали? Да, заметила. Правильно, потому что идет очищение, обмоложение клетки. Совершенно по-другому работает нервная система. Вы знаете, я даже на 8 килограмм похудела. Я не знаю, как ну бы вот, это. Понимаете? Даже при такой работе в прямом эфире. Первые оздоровительные программы, очищающие, точечная работа, куда нужно, и вот вам здрасте. Живот. Слева и справа, то есть печень, селезенка. Вот эта зона, середина живота. Ощущения. У меня в горле все пересохло, тело покалывает. Вот. Папа мне не дает. Папа мне не дает. Вот какой папа не дает там чего-то ребенку? Так, спокойнее? Да. Сейчас буквально еще полминуточки. Так, внимание, шейно-грудной отдел позвоночника. Ага. Угу. И сейчас глубокий вдох-выдох. И все. Все. Сейчас выровняли дыхание. Успокоились, отхлебнули буквально. Давайте сейчас прям стакан выпивайте воды и ложимся в горизонт. Анна, давайте решать этот вопрос насущный. Смотрим на меня. Да, смотрим. Но при этом чувствуем свое тело. Угу. Мне важен вот этот контакт. Сейчас потихонечку в районе живота начнет разливаться тепло. Так. Да, немножко есть. Немножко есть. Не задерживаем дыхание, дышим. Вы смотрите на меня и вот сжались. Давайте-ка, пропускаем работу. Угу. Выставляем сразу программу на эндокринную систему. Восстанавливаем все виды обмена. Угу. Какой бы вам хотелось иметь вес? Назовите мне цифру. 68 килограмм. 68. Отлично. Устанавливаем. Эти информации. Клеточка теперь будет готовиться именно к этому объему. Все будет меняться в организме. И сейчас мы ему поможем. Восстанавливая вот именно такую работу эндокринной системы слаженной. Сейчас внимание поджелудочное. Угу. Жар распространяется в организме? Да, лицо горит? Да, отлично. Отлично. Достаточно. Закрываем этот поток. С
операция, потому что нужно органы, фильтры, печень, почки, все нужно вычистить. Это уже организм реагирует на антибиотики. Но я вам еще на консультации сказала, что это почки. Почки, отлично, да. Отлично, что вы дозвонились. Давайте поработаем с ней. Пожалуйста, пожалуйста, помогите. Давайте. Давайте. Удивляюсь своей памяти. Просто сама удивляюсь. Так. Поставьте воду. Поставила водичку. Угу. Возьмите фотографию. Угу, взяла. Целиком ладошечку правую кладем на фото. Угу. Водичка рядом стоит, открытая. Вдохнули. 2-3 глубоких вдоха-выдоха. Прокачали себя как канал, через который пойдет выздоровление. Так. Все внимание на правую ладонь. Представили Кристину. Пожелали ей скорейшего выздоровления. Так, убираем сейчас все причины, которые вызвали эти нарушения. И чистим через вас весь ваш родовой канал. Потому что здесь идет основа, идет именно мужская ветка, то есть по ее отцу. Но чистить будем и женскую линию, и вас в том числе. Хорошо, Лен. Дышим, не задерживаем дыхание. То есть вы на вдохе как будто бы втягиваете в себя то, что я даю вам сейчас, этот поток. Передаете через ладошку туда, Кристине, и сами очищаетесь одновременно. Тем более с вашими суставами и с опорно-двигательной. 10 или 15 назад уже надо было обратиться. Так, нагрев начинается в организме? Да. Отлично, отлично. Продолжаем дышать, но спокойно. Без надрыва, а то еще давление подскочит. Ладошка нагревается правая? Да, да, нагревается. Угу. Теперь представили свою девочку. Угу. Здоровой. Крепкой, счастливой, успешной. Так, что меняется? Ну, горячо у меня нагревается. Так, это. А на сердечке полегче становится, правда? Да, на сердце легче, полегче. Вот и все. Потому что вот эти ваши страдания в отношении того, что с ней происходило, еще усугубили процесс и добавили негативной энергии, страха, тревоги, вот этой вот злости на ситуацию и невозможность помочь. Еще глубокий вдох-выдох, стираем это все. Отлично. И теперь как на солнышке расслабились. Каждая клеточка пусть возьмет энергию. Сердечко вам сейчас поправим сразу. И выставим защиту полностью. Спасибо. На все родовые, вот именно ваши потоки. Когда чистится родовой канал, защищаются и предки, и потомки. Вычищается вся энергия плохая, вся информация, вот именно... которая может вносить вот эти вещи болезненные. Дополнительно мы сейчас для Кристины сформировали будущее. Можно даже принять ванночку теплую с солью для ножек, чтобы каналы открылись и все вышло. Вот это все, потому что будет сейчас немножечко, процесс пойдет избавление от шлаков и токсинов. Будьте счастливы, воду разделить пополам. Половина внучки, половина себе. На Ульяновске. Тем более, живет. Тем более, оставляем для внучки немножко водички в баночке, ставим на ее фотографию сверху на... Пожалуйста, вот еще пролезная железа у меня только не очень хорошая. Садите, пожалуйста. Угу. Так, Елена, давайте расслабимся, все посмотрим. Как вы ее ощущаете? Угу. Так, давайте. Давайте расслабимся. Я вижу, что это с левой стороны. Но дело все в том, что она должна давать, вот когда на стадии формирования узлов уже, это и утомляемость повышенная, и перепады могут быть настроения, и различные... Ну вот, а вы говорите, никак не ощущаете. Давайте энергию даем в центр вашего существа всего, в ваше поле. Дышим.
Хорошо, расслабляемся. Вот идет такой мини-сеанс. На протяжении всего сеанса расслабляемся. Угу. Что руки-ноги сейчас? Какая реакция? Ладошки могут немножечко увлажниться, не переживайте. Ну, вот я хотела сказать, что ладошки увлажнились. Отлично, отлично, отлично. Еще один глубокий вдох-выдох. Выставляем защиту. Угу. Мы сейчас стерли все информации, которые вызывают патологии, которые вызывают болезни в вашем теле. И записали первые энергии на все клетки, всех тканей. Именно омоложение, оздоровление. Еще, значит, раз хочу сказать, что в себя нужно... Сильно перенесла. Угу. У меня сын сильно болел, поэтому мне не до меня. Я целый год страдала. Сейчас чуть полегче стало. Давайте, настройтесь на меня. Полегче, но не совсем, называется. Чуть полегче, отпустила немножечко, но, в принципе, здесь идет некротическая связь. Да. У родителей и детей, что бы там ни было, вот после того, как происходят вот такие вот уходы, то есть прослеживаются нити вот эти. Это было 9 лет, а я сейчас страдала по болезни сына. У него инсульт был в прошлом году, целый год. От того, что там и как, понимаете? Сейчас просто нет времени разбираться, откуда это идет. Нужно это убирать, стирать и заниматься вашим восстановлением. Давайте-ка вдох, выдох. Расплескались. Точно. Так, что сейчас чувствуете в теле? Вот общее ощущение тела. У меня стучит в позвоночнике. Угу. Вот. Тело на перелом. Да. Угу. Вот чем бы вы ни лечились в таких ситуациях, всегда нужно восстанавливать правильное течение энергии. Это мы сейчас и делаем. Если я раньше знала о вас, я бы вас давно бы нашла. Я случайно. Поясница дает нам. Какое ощущение? Чего там шевелится, и ноги у меня ватные стали. Так, все правильно, потому что вот аккумулировалась эта энергия, и сейчас будет перераспределение в ноги. Так, сделали мы эту работу. Сейчас позвоночник начнет восстанавливаться. Солнышко мое. У меня сейчас талисман идет бесплатно в рамках лич, поэтому зарядим, запишем любую информацию, какую вы хотите. Не поняла? Имя напомните мне вот прямо Раиса, сейчас. Раиса. Раиса. Угу. 64 года. Угу. Так, ставим водичку. Поставила. Будем сейчас работать, потому что идут зажимы, шейный отдел позвоночника, сосудный ствол. Ага. Вот, идут атеросклерозные изменения, некоторые... Ага. И, кстати говоря, на сегодняшний день уже доказано, что атеросклероз является бактериальным заболеванием, поэтому антибактериальную программу тоже сейчас выставим. Это возможно. Да. Давайте расслабимся, подышим. Ага. Тем более мы уже контактировали, расслабляться уже знаете как. Да, 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 спасибо. Давайте настроимся на весь организм. Угу. Немножечко вот идет, сделаем небольшую общую и сразу пытаемся телом прочувствовать вот эти вибрации тонкие. Идут праздничные дни, очень благодатные энергии, принимайте их. Принимаю. Угу. Так, район живота, груди, горло уже вот чувствуется вот прямо тепло такое, такое звенящее. Мне тепло, хорошо, и, знаете, в голову тепло пошло. Все правильно, все правильно. Теперь переводим внимание вот именно затылок, шейный отдел. Угу. Здесь мы записываем растворение солей. Это моя программа, которую я разрабатывала. Которые, вот люди, которые это приняли,
благодарны, просто вот правда, растворение солей обязательно нужно делать, открывая вот эти каналы. Так, еще глубокий вдох-выдох. На водичку записываем информации все, которые сейчас за, вот именно даю. Руку я вам. Не надо. Не надо. Не надо. Переводим внимание на ноги. Ага. И тем временем ощущения в районе груди и горла. Так, как-то немножко подкатывает под горло, во рту все пересохло. Еще небольшой вдох-выдох. Все-таки волнение присутствует. Так. Сейчас попьете водички, все будет очень хорошо. Сердцебиение колотится, все внутри. Сейчас нужно будет попить полстакана воды и прилечь обязательно, потому что эта информация должна выйти на клетку, и энергетика должна распределиться.